вот все процессы подстегнутся, это в идеале. Естественно, мы такого идеала, как японцы, добиться не сможем, потому что мы работаем в разные смены, клиенты у нас не готовы ходить так часто. Соответственно, мы проводим раз, желательно два раза в неделю. Если вы проводите, это будет, вы достигнете эффекта. Минимум, вот, ну, коробочка рассчитана на 5 процедур, соответственно, вот на курс 5 процедур. Да. Каждый день можно. Можно, да, каждый день делать. В идеале это вообще будет каждый день вот, проведение. Потом повторять через сколько? Потом можно повторять максимально часто, но можно поддерживать раз. Да, на курс. Но это все тоже будет зависеть индивидуально. Мы же всегда ориентируемся на качество кожи, на степень выраженности признаков старения, да, или обезвоженности кожи. Поэтому все это индивидуально. Да, оно выравнивается. Тон кожи становится. Один-два раза в неделю, да. Теперь мы берем, после того, как протерли все, убрали остатки матрицы гелевой, берем плацентарную сыворотку, тоже капаем 4 капельки. И закрываем финишным гелем. Ну вот, объем приблизительно такой. Нужно, да, совсем немножко для того, чтобы просто вот закрыть все. Yes.